Восточная баня, температура воздуха 35-45 градусов, влажность около 100%. Рекомендуемое время нахождения 10-15 минут. Видно, что влажность большая, стоит туман. Вот такая внутри обстановка. Гималайская соляная баня. Очень красиво. С подсветкой. Баня скифов основана на целебных свойствах камня жадеит, который имеет положительное энергетическое воздействие на человека. А также он способен нормализовать сон, улучшить настроение, нормализовать кровяное давление, устранить отечность, укрепить сердечные мышцы и так далее. Спускаемся по лестнице. Раздевалка.
такие полки. И снизу камни. Чем-то похоже на скандинавскую. Рядом японская баня. Очень благоприятно влияет на все функции нашего организма. Выводит шлаки и токсины. Улучшает кровообращение. После парения вы можете воспользоваться джакузи с прохладной водой. Температура воздуха 35-50 градусов, влажность около 100%. Здесь слабая освещенность и внутри очень много пара, поэтому дальше я снимать не буду. Рядом лежаки. В большом количестве. Мини-бассейн. Скандинавская баня. Принцип воздействия скандинавской бани основан на контрасте согревания человеческого тела сухим и очень жарким воздухом с резким охлаждением под душем в бассейне или естественном водоеме. В зимнее время из бани выбегают на морозный воздух, растираются снегом или купаются в проруби. Скандинавская баня самая жаркая, температура достигает 120 градусов при относительной слабой влажности 20%. Жар чувствуется очень сильно.